Доброго дня вам, уважаемые коллеги, точнее, доброго времени суток, потому что я смотрю опять наш чат, ваши приветствия, уважаемые коллеги, и вижу, какая большая у нас сегодня география. Мы рассчитывали сегодня на такую вот широкую аудиторию, потому что посчитали очень важным, ну, во-первых, открыть серию вебинаров издательство просвещения под рубрикой «Обсудим с учителем». Во-вторых, мы первый вебинар посвятили вот такой для нас злободневной актуальной теме, связанной с нашей работой в дистанционном режиме. Я рада приветствовать вас от лица издательства просвещения Ирина Петровна Чередниченко, методист-эксперт Центра методической поддержки педагогов. И очень рада, что сегодня для работы нашей совместной откликнулась моя коллега Марина Витальевна Аданович, учитель биологии лицея номер 8 Олимпия города Волгограда, кандидат педагогических наук. Мы сегодня обсуждать проблему актуальную будем с ней, но надеемся, что последующие вебинары будут такой вот открытой площадкой для презентации вашего опыта работы, для обсуждения актуальных вопросов методики. Сегодня вот актуальной темой мы посчитали тему работы нашу с вами и обучение биологии в режиме онлайн. Посмотреть хотели аспект, как меняется методика в режиме такой работы, как меняются подходы к использованию учебно-методических комплектов и иных пособий, на которые мы опираемся. Ну, в общем, об обширности педагогических средств вот в режиме онлайн-преподавания предмета хотим поговорить. Понятно, что нас вот этот режим, уважаемые коллеги, застал буквально внезапно. Хотя мы пробовали с вами работать с использованием дистанционных образовательных технологий. Очень многие учителя уже такую работу освоили, но мы понимали с вами, что существует у нас дефицит, безусловно, в методике, во-первых, в нормативно-правовой базе по реализации такого формата обучения, ну и, конечно, дефицит такого опыта методического в режиме такой работы, тем более в условиях массового, что ли, массовой реализации дистанционных технологий. Ну, застала нас практически эта ситуация врасплох, и поэтому методических рекомендаций, таких полновесных, к сожалению, педагогов не было, и первые шаги, безусловно, были буквально как вот в темноте на ощупь, да, каждый пытался с этой ситуацией справиться как мог, хотя, конечно, очень многие и методисты наших институтов повышения квалификации, институтов развития образования, методисты издательств очень спешно пришли на помощь нашим педагогам, и все-таки свой опыт каждый нарабатывал в этом отношении сам, тем более он является для нас совершенно практически бесценным, уникальным, и поэтому мы хотели вот сегодня обратиться к такому опыту работы. Мы сегодня взяли для обсуждения три ключевых таких вопроса. Это интернет-ресурсы для обучения биологии в режиме онлайн. Мы поговорим о том, какие были предложены учителям ресурсы, как они осваивались, и как адаптировались педагоги к этим ресурсам. В общем, все моменты, связанные с плюсами-минусами их использования и с диапазоном, попытаемся обсудить. Изменения в методике обучения. Какие вынуждены были внести мы эти изменения? И здесь в первом-втором вопросе мы понимаем, что здесь опыт действительно разнообразный у учителей, поэтому, естественно, мы к этому вопросу вернемся на последующих вебинарах. Я думаю, что ближайшие два будут продолжать вот эту тему обсуждения. Ну и, конечно, как использовать УМК по биологии. Конечно, нам интересны те, которые предлагает издательство просвещения, посмотреть, как применялись в учебном процессе.
ресурсы, как изменилось применение этих ресурсов. И сейчас я с большим удовольствием передаю слово Марине Витальевне. Вот она по первому вопросу свою позицию выскажет, потому что мы обсуждаем сегодня вместе с учителем. Итак, Марина Витальевна, вас очень прошу, пожалуйста, ваше мнение, ваш опыт по поводу интернет-ресурсов, их использования в таком режиме работы, в режиме онлайн. Марина Витальевна. Ну, я думаю, что Марина Витальевна сейчас подключается к работе. Не могу понять, почему сейчас Марину Витальевну не вижу в эфире. Да, Марина Витальевна, выходите, мы вас ждем. Подключайтесь. Я ничего не слышу. Подключайтесь, пожалуйста. Ждем Марину Витальевну. Но, уважаемые коллеги, я заполню сейчас немного паузу. Вот перед тем, как Марина Витальевна выйдет, все-таки мы работаем из разных удаленных друг от друга точек. Вот шлет нам привет Волгоград, Марина Витальевна в Волгограде, я в Санкт-Петербурге. И вот что касается интернет-платформ, которые было рекомендовано использовать, по ним, конечно, очень неоднозначные были отзывы учителей. Пробовали учителя в режиме всех платформ поработать. Но вот у нас поступил вопрос сразу, как только мы начали работать, по поводу того, ну, что вот через платформу Zoom могла пойти какая-то утечка информации. И вот мы обсуждали этот вопрос уже с Мариной Витальевной. Здесь хотелось бы сказать, что о какой информации идет речь, утечки, никаких личных данных, в общем-то, мы не выносим в процессе работы, и обмен материалами учебными, ну, не является секретной такой информацией, за которую бы нам стоило переживать. Единственное, в чем заключается как бы такое опасение, я считаю, что это в регламенте поведения вот учителя, его манере работать, учитывая, что, в общем-то, мы работаем на большую аудиторию, тем более детскую, и к нашей работе и родители подключаются, безусловно, регламент должен присутствовать обязательно. Но вот я что-то никак не пойму, почему Марина Витальевна не может к нам подключиться. Сейчас, секундочку, попробуем с ней связаться. Уважаемые коллеги, ну вот издержки нашей дистанционной работы немножко проявились даже в нашем вебинаре. Сейчас Марина Витальевна пытается вот как-то со своей камерой отношения выяснить, она у нее что-то исчезает, да? Я надеюсь, она сумеет сейчас подключиться к нам, очень надеюсь. Но я пока так вот, чтобы продолжить нашу
наш сегодняшний разговор. Пока на обсуждении вот платформ останавливаться не буду, единственное скажу только, то, чем хотела Марина Витальевна дополнить, вот платформы, которые были предложены учителям изначально, да, это, конечно, была платформа Zoom, она, как очень многие коллеги отозвались, обвалилась как бы в первые дни из-за массированной востребованности, да, но впоследствии, конечно, ее освоили педагоги, ну и Skype, безусловно, тоже был рекомендован, и проблем было немало с использованием Skype, и большинство педагогов, безусловно, попытались вести онлайн-уроки, то есть, ну, работать в таком режиме, как мы сейчас с вами, то есть говорящей головой, иначе говоря, и в течение, как бы так вот, ориентируясь на тот объем времени, которое отводится традиционно на урок. Конечно, этот подход, он не оправдан в режиме дистанционного обучения. Мы понимаем, что и черные квадратики, то, как бы, очень часто не заполнялись детками и в то же время очень быстро появлялись, потому что дети уходили из эфира. Удержать аудиторию в таком режиме очень сложно. Дать полноценный урок, безусловно, тоже сложно, учитывая, что в таком режиме вообще деятельностный подход, он куда-то уходит, практически размывается, это однозначно, поэтому очень многие педагоги, они начали работать в ином режиме, отсылая учеников каким-то фрагментам, значит, уроков, таких видеоуроков, оснащенных на другие образовательные платформы, в частности, на платформу «Инфоурок», там очень большая подборка уроков, очень большие подборки уроков у нас в российской электронной школе были. То есть была, и учителя, они стали обмениваться с учениками, как бы, материалами, организуя с помощью собственных материалов дидактических самостоятельную работу, и очень многие переводили свою работу в режим, соответственно, такой вот консультации по ходу выполнения самостоятельной работы. Ну вот я сейчас вижу, Марина Витальевна пытается у нас выйти. И, Марина Витальевна, вы слышите меня, да, сейчас? Да, я слышу, меня слышно. Марина Витальевна слышно, но не видно, к сожалению. Марина Витальевна, я с удовольствием передаю сейчас вам слово. Да, слышно. Но слышно очень хорошо, Марина Витальевна. Коллеги, дайте обратную связь. Вот просто напишите, слышите вы нас сейчас? В чате дайте знать, слышно или нет. Да, вот, ну, видите, как пишут, что удобно было бы, если бы мы не ограничены были в 30 минутах, но, к сожалению, у нас времени немного. Поэтому, Марина Витальевна, итак, ваше, как бы, ваш опыт использования интернет-ресурсов, мы слушаем вас. Ну, я несколько слов скажу вот насчет программы Zoom, потому что когда перед нашим лицеем стал вопрос об организации дистанционного обучения, то, имея опыт преподавания в центре дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, потому что опыт был такой, у нас были сайты свои, для которых ребята могли выполнять задания, получить информацию, тренажеры и так далее. Но не у всех коллег они были, эти личные сайты, для того, чтобы можно было. Потому что часть коллег работали со своими сайтами. И... Но когда, вот, что касалось меня, вот, моего опыта, я категорически отказалась вести уроки трансляции, объяснения нового материала в программе Zoom. И аргументировала тем, что говорящая голова через Zoom и передающий определенный поток информации – это не совсем то, что касается организации учебной деятельности в контексте системно-деятельностного подхода. Вот почему? Потому что все-таки, когда мы переходим на дистанционное обучение и ограничены во времени работы ребятам перед экранами, потому что санитарные нормы никто не отменял, и не только я одна, но и все коллеги работают, используя интернет, зумы, вот, и другие программы.
то, конечно, мы были ограничены во времени. Из, например, седьмых классов, из одного часа в неделю, из двух часов в неделю только один час нам давали, мне давали для того, чтобы можно было с ребятами общаться. Понятно, как распределить время. Время на объяснение или время консультации. И я выбрала вот этот второй вариант. И из опыта работы я очень давно использую так называемые учебные ориентиры. Это название пришло из американской школы. У американцев помимо учебника еще издаются так называемые education orientation, то есть учебные ориентиры, как работать с учебником, где даются полные инструкции. Конечно, до такого американского варианта еще далеко и не овладела, но, например, учебные ориентиры, где излагаются задания и краткие хотя бы рекомендации, как работать, мы с ребятами использовали еще до момента ухода на вот дистанционное обучение. Поэтому опыт работы вот с этим дидактическим средством у них был. И используя так называемый ресурс «Сетевой город», а это еще один ресурс, многие школы разных регионов имеют свои ресурсы, не только «Сетевой город», может быть, и другие, мы через «Сетевой город» домашние задания отправляем так называемый учебный ориентир, где ребята могут работать и открывать в свободном режиме. Отсылая заранее. И вот ребята работают с этим учебным ориентиром, и когда по расписанию урока выхода именно моего в Zoom, мы как раз обсуждаем те задания, говорим о тех, может быть, предварительных затруднениях, которые они могли испытать, какие ошибки могут допустить, они задают вопросы. И идет обсуждение именно как консультация. Вот кто-то, может быть, к этому времени уже выполнил учебный ориентир, и практически уже ошибки получили. И вот здесь, конечно, столкнулись со следующими трудностями работы учебного ориентира. Во-первых, надо дать ребенку право на ошибку. Ясно, что когда мы в классе, ребенок может спросить и учителя, и мы в таком реальном режиме эффективно, быстро и оперативно консультируем, а здесь он остается один или остается с родителями, которые тоже в качестве помощника не всегда могут правильно сориентировать. Поэтому сразу же было говорено, и это погасило такой, может быть, негативный настрой родителей, вот, что есть у ребенка право переделать работу согласно вот тем рекомендациям, которые дает учитель. И вот в этом плане, конечно, это было более эффективно. Задавали вопросы. Что касается других, то вот для уроков консультации Zoom может быть один из таких эффективных средств, который позволяет выйти каждому ребенку и задать вопрос в реальном режиме, когда это нужно, когда это эффективно, когда это нужно. Поэтому когда это урок консультации, да, это Zoom. Может быть, есть и другие программы. Был вопрос о том, об утечке информации. Но смотрите, пожалуйста, вот когда мы проводим урок, консультацию, как работать с учебным ориентиром, но я не думаю, что это особо важная информация, которая может утечь или куда-то. Ради бога, пусть используют другие, которые вошли и, может быть, узнали, как работать. Вот единственная здесь сложность. Мы должны понимать, что да, мы видим детские лица, но за детскими лицами стоят родители, которые внимательно слушают каждое наше слово, каждое наше действие. И здесь, конечно, нужно очень осторожно и постоянно думать о педагогическом такте. Это вот как раз тот, иногда родители вмешиваются, задают вопрос, когда считают вот, время. Но единственное, что, конечно, сказать, Zoom удобная платформа, но сказать, что 100% мы использовали за эти полтора месяца, ее возможности нет. Но другая площадка, например, как Skype, она удобна для индивидуальной работы и работы в малых группах. И вот здесь, когда ребятам практически стояли вот индивидуальные вопросы, и для тех, кто стеснялся задать в Zoom в реальном время, когда собирался практически весь класс, мы выходим на индивидуальное консультирование или консультирование в малых группах. Вот здесь, конечно, скайп более удобен. Скайп удобен, например, если ребенок задает вопрос
в оттянутом режиме. То есть если вы не выходите в эфир, то в скайпе можно записать звуковое сообщение, когда ребенок может рассказать о вопросе, и также, отвечая на данный вопрос, вы можете ответить в звуковом вот сопровождении, оставить запись вашей консультации, вашего вот работы. Поэтому сказать, наверное, какая программа лучше, какая хуже, как эффективнее, здесь нужно смотреть от конкретной педагогической ситуации. Но сейчас, коллеги, я уже немножечко проанонсировала, я покажу, постараюсь сейчас открыть учебный ориентир. Видно как раз на экране учебный ориентир, они загружены, поэтому можно воспользоваться этим учебным ориентиром. Они вот касались программы 7 класса, и как раз перед вами учебный ориентир по теме «Низшие хордовые животные». Что обязательно должен создавать, иметь учебный ориентир хотя бы в той возможности, в оперативной, чтобы можно было быстро создать, и должны быть указаны быть источники информации. В первую очередь это учебник и параграф учебника. Во-вторых, конечно, нельзя, биология – наука очень информационно емкая, наглядная, поэтому от учителя, конечно, требует подборка небольших видеофильмов. И вот здесь как раз вот к этому уроку мы рекомендовали два видеосюжета. Вот интернет-урок, как раз был интересный видеосюжет, где-то на 10 минут, потому что мы понимаем, что не должен быть это затянуто во времени, и работа с учебным ориентиром, она должна, ну, соответствовать хотя бы нагрузке 35 минут, 45 минут, как это длится урок, не более, иначе мы тогда опять же нарушаем нормы, санитарные нормы, касающиеся организации учебной деятельности детей. Но вот как раз на ресурсе интернет-урок, здесь в большем плане был такой видеосюжет, который соответствовал, может быть, презентации с основами флеш-анимации, то вот как раз попался очень интересный видеосюжет «Ланцетник. Парадокс эволюции», где показывался действительно вот фрагменты научно-популярного фильма из жизни ланцетника, его образа жизни и строения. Вот, и вы как раз дали на сюжет. И вот здесь интересна была реакция. Еще раз хочу подчеркнуть, что не только дети, но только родители. И когда в ответ, вот как в качестве, может быть, ну, таких вот пожеланий, рекомендаций, написал папа одного ученика: спасибо вам за видеофильм о ланцетнике, я узнал очень многого. Я поняла, что мы обучали не только детей, но и родители, которые тоже с удовольствием, вот сидя на изоляции, и как раз это совпало, когда в основном в Волгограде были закрыты основные предприятия, вот они занимались вот совместно с обучением детей. Поэтому первый должен быть в учебном ориентире – это источники информации. Как удобно работать? Вот удобнее, конечно, работать в таком формате, в дистанционном, потому что вы видите ссылки рабочие. То есть, получив вот этот лист задания со ссылкой, ребенок может нажать на ссылку и тут же, никуда не вводя дополнительные ресурсы и в интернет, сразу выходим на ресурсы работы. В ресурсе можно нажать «Стоп». То есть ребенок может регламентировать время изучения, он может вернуться к тому моменту, который допущен ошибки, или он как-то посчитал остановиться. Поэтому это очень удобно. Поэтому вот как раз в учебных ориентирах такие ссылки, они рабочие, они интересные и эффективные. Что касается уже теперь замечаний, еще раз говорю, что задание должно быть большим, потому что многие коллеги практически допускали следующую методическую, может быть, даже организационную ошибку, когда включали в такие листы задания не только задания по изучению нового материала, но еще и домашнее задание. То есть те задания, которые как бы на уроке не должны сделать, изучив тему, и те задания, которые должны в качестве закрепления. Это тоже вызывало нарекания и родителей, и ребят, потому что это вызывало их затруднения, но все корректировалось в этом. Поэтому стала проблема, а что оценивать? Конечно, в дистанционном режиме тот контроль, который мы привыкли использовать, вряд ли возможен. Возможен только в прямом, устном
беседе с индивидуальным учеником по Zoom, но представьте себе, вы за 40 минут бесплатного времени можете спросить 5-6 учеников, а что делать остальным? Выйти из эфира, регламентировать, но это уже не в таком формате дистанционного обучения хотели бы мы видеть. Поэтому заданий немного. И их три. И как раз они включают тот план характеристики основных подтипов классов позвоночных животных, которые мы, в принципе, в пособии, которые, в принципе, готовятся к изданию, говорили. И включало три задания. Это внешнее строение, внутреннее строение. Мы пытались практически в задании очень много рисунков поместить для того, чтобы можно было практически ребенок мог работать и с иллюстративным материалом. У меня, к сожалению, не двигается дальше. Ну, сейчас постараюсь. Не вижу. Вот, все увидела сейчас. Как раз здесь мы показали и как раз рисунки, касающиеся систем внутренних органов, чтобы опять ребята могли поработать. Причем рисунки не обязательно должны быть привязаны к конкретному ОМК. Наоборот, даже можно, например, совершенно другой рисунок. Вот в учебнике один, а в учебном ориентире другой рисунок, для того, чтобы можно было именно проверить, умеет он находить в разных рисунках, в разном иллюстративном материале одни и те же элементы знаний. И вторая часть была посвящена классификации хоттовых животных. Это вот обычная схема, которая встречается и в ЕГЭ, и в ОГЭ. И второе вот задание хотелось бы показать. Задание, которое связано на поиск, ну, как раз узнавание биологических объектов. Тогда попытаюсь показать это в работе ребят. Не могу двигать. А почему, не знаю. Сейчас работу. В чем сложность, вот именно как работы? Сейчас я уже показываю фрагмент детской работы. То, что присылали ребята в ответ. Было два варианта. Некоторые работали прямо вот в этих учебных ориентирах. Других возможностей, например, работы с интернет не было, и они как раз заходили с телефонов, это как раз что касается оснащения, хотя бы элементарно сотовый телефон родителей или ребенка не позволял, чтобы можно было скачать сетевого города, и работали в собственных тетрадях. Но когда ребенок работает в собственной тетради, присылает вам скриншот, возрастает нагрузка на учителя. Потому что ребенку очень мало в ответ сказать, что он получил там 5, 4, 3 ребенка, а в большей степени родителей интересует, почему поставленная отметка и за что. Поэтому вот те, кто выполнял задания вот в режиме учебного ориентира, я как раз позволяла оставлять комментарии и выделять. И вот здесь существует несколько ошибок. Вот учебный ориентир в основном был нацелен на формирование умения работать с источниками информации, находить нужную информацию, необходимую для отвечающей требованиям задания. И вот здесь были как раз ошибки, когда ребята, работая с источниками, как раз и с видеоресурсами, с текстом учебника, и заходили в интернет, хотя было достаточно только вот... писали лишнее, то есть совершенно другую информацию. Вот, естественно, получался ответ большой, но когда получали в ответ, то оказывается, оценка-то была невысокой, потому что как раз информация не соответствовала. Что я делала? Я выделяла заливкой, писала, вот как раз это Соня Александрова работа. Я, Соня, твоя как раз выбранная информация, она не соответствует вопросу. Вот, поэтому, конечно, тогда мы оставляли, ну, как раз те замечания, которые можно было использовать.
У ребят, помимо вот оцениваемой работы, где мы показывали задания, вот хочу продвинуть, не двигается он у меня следующий. Не знаю почему. Вот как раз пошло движение. Вот, были и фактические ошибки. Вот как раз рисунок, связанный с нервной системой, то большинство ребят как раз выдвигали правильным ответом, как номер 5, что нервная система ланцетника представлена нервными стволами, соединенными между собой. Я еще раз вначале сказала, что у ребенка есть право переделать, доделать работу, повысив балл. И вот здесь очень важно написать мои замечания какие. Если я напишу сразу же готовый ответ, то есть какая нервная система, какие элементы, это будет практически у ребеночка не будет права переделать, потому что я уже сказала правильный ответ, а мне нужно подвести его к правильному ответу. Поэтому я тогда вот попыталась вот такую рекомендацию написать, что номер 5 соответствует описанию лестничной нервной системы. У ланцетника такая система. Понимаете, то есть вот как раз это вот наводящий вопрос. А это очень сложно, потому что, поверьте, хочется сразу сказать, как готовый ответ. А вот создать задание, сформулировать вопрос, который подведет к правильному ответу, очень сложно. Поэтому это, конечно, занимало время. На проверку практически задания уходило на каждого ребенка 15-20 минут. И, конечно, в день в среднем проверялось около 40 и 50 работ. Я сразу же хочу сказать, что мне пришлось за время работы в дистанционном режиме проверить более 1500 детских работ. Ну и в заключение хочу сказать следующее, что вот мы практически посылали протокол проверки. Вот здесь, конечно, все побально говорилось о том, за что ставилось, где правильный был ответ, какое задание необходимо было практически доделать, и была рекомендация доделать, и непосредственно отметка. Вот. И практически, когда ребенок получал такой протокол, и родители его, естественно, читали, было понятно, за что поставлено. Наоборот, уже когда следующие работы, и ребята просили, если были срывы в доставочке, прислать протокол, ну вот, потому что сразу видно, и потом легче было перепроверять, опять не всю работу, а уже проверять те задания, которые непосредственно были допущены ошибки. Поэтому, уважаемые коллеги, использование платформ – это только вершина айсберга, а вся подводная часть, это вот как раз в организации контакта деятельности ребеночка по усвоению учебной информации по предмету в дистанционном режиме. Но я сейчас передаю слово Ирине Петровне Чередниченко. Ирина Петровна, слышите нас? Спасибо, Марина Витальевна. Я только очень вас прошу сейчас, оставайтесь на связи, не отключайте свой микрофон, потому что у меня к вам будут вопросы. Мы хоть вас и не видели, но замечательно слышали все. Но, уважаемые коллеги, я хотела бы вот дополнить Марину Витальевну немножечко в части вот использования платформ, да, и я читала сейчас чат, и вы обменивались информацией, какими платформами вы пользовались, и даже вот комплексно, да, их использовали, и в сочетании вот с такими приемами, о которых Марина Витальевна говорила. Но я хотела бы обратить внимание, может быть, кто-то из педагогов успел поработать на этой платформе. Платформу создали образовательную, значит, по заказу Министерства просвещения,
группа компаний издательства просвещения для того, чтобы моя школа в онлайн называлась эта платформа, и здесь были выложены уроки биологии по всем классам, соответственно, которые выпадали на четвертую четверть. Можно было получить ссылку на страницу учебника и организовать с помощью этого ресурса самостоятельную работу ученика. Обращаю внимание на этот ресурс, и даже уже постфактум, я думаю, что вы с ним поработаете и найдете его для себя полезным. А вот на вопрос о том, как и почему меняться должна была методика, то я как методист могу следующее мнение свое сказать. Конечно, измениться должно было все. И работа учителя, она связана была с организацией, прежде всего, самостоятельной работы ученика, потому что в самостоятельном режиме фактически дети должны были работать, этот режим в большем объеме присутствовал. А вот и работа ученика, естественно, тоже, раз самостоятельный режим, значит, надо было организовать эту самостоятельную работу, ее так организовать, чтобы она прежде всего была, эта работа, ну, как сказать, доступна, да, и вот в частности, снабжена большим количеством критериев, указаниями к таким конкретным действиям и так далее. И вот что касается работы учителя, как она должна была перестроиться? Она прежде всего должна была перестроиться, отталкиваясь от ситуации, что материал огромный должен был быть сжат, должен был быть и во временном тоже как бы аспекте, и в содержательном аспекте. И вот здесь мы хотели обратить ваше внимание, я как методист, на технологию укрупнения дидактических единиц, которая должна была стать таким вот важным дидактическим средством для организации учительской работы, подготовительной я имею в виду. Я напоминаю, что эта технология, она давно нам знакома, образовательная. Это технология Пюре Мучкаевича Ирдниева, заслуженного деятеля науки РСФСР. Технология описана в энциклопедии технологий образовательных Селивко, которую для нас создал. И технология позволяет, посмотрите, она фактически, да, вот, решает те проблемы наши в отборе содержания, в структурировании содержания, в ориентирах на организацию учебно-познавательной деятельности учеников, как раз соответствующих вот онлайн-режиму преподавания. И использование обобщения во время учебных занятий, осуществление установления максимально возможного количества логических связей в изучаемом содержании. Значит, оно нацелено на формирование умения выделять существенное и главное в общем объеме учебного материала, формировать умение выявлять большой объем предметных знаний, взаимосвязи предметных знаний, формирует понимание значения учебного материала в общей системе знаний, умений, навыков и так далее, да, повышает эффективность усвоения и закрепления изученного материала. Ну и, безусловно, она, особенностью этой технологии является то, что учебная информация, получаемая ребенком, она получается через выполнение большого количества заданий и упражнений, и через эту деятельность, соответственно, учебная информация, она трансформируется в знания и в тот опыт, который необходим. Единственное, что важно, что здесь не столько объем выполняемых заданий очень важен, сколько, безусловно, очень четкая последовательность на основе принципа укрупнения. И вот Марина Витальевна сказала, что вот эта последовательность выполнения заданий, обратную связь выполнения заданий, то есть самоконтроль и контроль со стороны учителя, обеспечивает вот использование учебных ориентиров. Но тут коллеги называли такие ориентиры и маршрутами учебными, да, как угодно мы можем назвать такие, или маршрутными листами, вот такие вот
инструкции, скажем, да, к самостоятельной работе ученика, но важно, чтобы эти материалы были разработаны, соответственно, грамотно. И вот я Марине Витальевне задавала вопрос, как она относится, хотела задать вопрос, как она относится к этой технологии укрупнения дидактических единиц. Марина Витальевна, как вы приветствуете ее использование или нет? Но в вашей работе я ее как бы основополагающие вещи видела. Марина Витальевна. Марина Витальевна, наверное, меня не слышит, уже отключила микрофон. Но я хочу продолжить, коллеги. Вот мы говорим о том, что технологии очень важны, но очень важно, что вот этот режим, онлайн-режим обучения биологии, он не исключает, несмотря на то, что вот он... Ну, адекватно в это время, да, применение вот таких учебных ориентиров, о которых говорила Марина Витальевна, очень важно не терять, конечно, контакт с учебно-методическими комплектами, с которыми мы работаем, и работа с учебником не должна ни в коем случае прерываться, даже в режиме такого дистанционного обучения. Поэтому обязательно должны быть, ну, если создаются учебные ориентиры, соответственно, они должны создаваться на основе содержательной логики, которая предложена в учебнике. И у меня тоже что-то вот с презентацией, почему-то она не хочет листаться. Хотела показать. Так, да. На основании учебников должны создаваться учебные ориентиры. И в учебные ориентиры могут входить задания, которые в методическом аппарате учебника присутствуют. Таким образом, мы все-таки не нарушаем контакт ученика с учебником, потому что мы всегда говорим, как важно тот ресурс, который авторы учебников закладывают в учебную книгу, использовать, и иллюстративный материал, и все навыки, которые формируются, и умения у ребенка при работе с книгой, они должны в дистанционном режиме тоже формироваться. И вот здесь я хотела в нашем разговоре упомянуть, что сегодня вот набирает свой как бы успех учебно-методический комплект Владислава Ивановича Сивоглазова по биологии, он совершенно новый. Его издательство «Просвещение» предложило в начале 19-го, еще в начале прошлого 19-го года, но этот комплект сегодня пополняется своим шлейфом. Это и методические материалы, в разработке которых, кстати, Марина Витальевна Адамович принимала участие, это методические рекомендации по проведению уроков. И это рабочие тетради. И вот мы хотели, вот Марина Витальевна, наконец, я рада видеть. Все вас увидели, Марина Витальевна, не только услышали. Вот, и я сейчас говорю о рабочих тетрадях, Марина Витальевна, да, и об учебниках, как важно их использовать для создания учебных ориентиров. И вот хочу обратить внимание учителей на то, что в рабочих тетрадях, особенно вот УМК сейчас новому Владиславу Ивановичу, а вышли уже тетради 5-6 класса, для 5-6 класса и для 7 готовятся к изданию, очень много вопросов и заданий, которые направлены на отработку большого спектра умений и на то, чтобы помочь ребятам освоить учебное содержание. Поэтому такие задания могут лечь в основу разработанных учебных ориентиров. И, естественно, что рабочие тетради, они для самостоятельной работы и предназначены. И вот посмотрите, я показала фрагменты из разных рубрик различных заданий, которые в этих рабочих тетрадях авторы предлагают. И каждое из этих заданий, оно вполне может лечь в учебный ориентир к определенной теме урока и при организации обратной связи, соответственно, помочь и усваивать материал, и проверять усвоение материала. Это вот рубрика «Изучаем, определяем, проводим исследования», с помощью которой даже исследовательскую работу можно организовать ее элементы. Это рубрика
историка, смотрим, сравниваем, думаем, обсуждаем. Соответственно, вы видите, какие разнообразные задания для самостоятельной работы. Ну и, безусловно, рабочая тетрадь может помочь. И вот вы пишете, тесты приходится создавать самостоятельно, но можно и воспользоваться готовыми такими подборками заданий тестовых для контроля промежуточного усвоения содержания. Ну и я хотела бы на последнем слайдике здесь показать вам, коллеги, как вот рабочая тетрадь, она может выступить в роли готового учебного ориентира. Вот выбрала тему корень, корневые системы. Посмотрите, последовательность заданий соответствует последовательности изложения материала в учебнике, да? И если мы посмотрим на характер этих заданий, они от репродуктивных к продуктивных двигаются, организуют разнообразные формы работы с учебным материалом и способствуют и освоению предметного знания, и, соответственно, формированию универсальных способов действий, которые предусмотрены стандартом. Поэтому вот эти тетради, учебные ориентиры, которые Марина Витальевна предложила, и вот такие наработки в рабочих тетрадях помогут вам собственные материалы для самостоятельной работы учеников сформировать. Марина Витальевна, я задавала вопрос, как вы относитесь вот к технологии ИРДНИИВА, технологии укрупненных дидактических единиц. Она помогает вам в работе? Да, слышно, конечно, очень хорошо. Да, помогает технология. Почему? Потому что вот как раз, уважаемые коллеги, когда мы столкнулись так стихийно за полтора месяца до окончания учебного года перехода, нужно было сжать материал. И вот здесь кто, те, кто вот смогли с опытом педагоги перестроиться и вспомнили, что где-то 20 лет назад, а может даже побольше, была такая вот технология укрупненных педагогических единиц, и опыт подсказывает, что можно собрать крупные и выбрать те как раз мостиком, что позволяет и дальше пойти, вот общий, от одного класса в другую шлейфом, остались неизученным классом позвоночных животных. Вот поэтому, конечно, вот она позволяет выбрать те главные информационные единицы. Вот сразу же хочу сказать о том, чтобы вот сказать, что мы полностью прошли материал, нет. Я остановилась на птицах. И ребятам сказала, вот на следующий год мы будем изучать как раз человека в восьмом классе, и начнем мы как раз изучение человека с изучения признаков класса млекопитающих. И, коллеги, в этом вот как раз было рациональное решение, потому что первый урок восьмого класса – это место человека в животном мире. И вот как раз поэтому перестройка, умение найти вот это ключевое зерно, расставить акценты, то, что встречается, вот это позволяет, конечно, технологии укрупненных дидактических единиц. Это раз. Конечно, сказать, что и стопроцентно можно использовать в дистанционке, тоже вряд ли, потому что нужно еще и, помимо данных укрупнений дидактических единиц, нужно еще организовать контроль. Но, уважаемые коллеги, я вот как раз, пока выходила в чате, посмотрела, да, панацеи нет. И я сказала вот в своем выступлении, сказать, нужно расставить приоритеты. Если мы вышли на дистанционное обучение, сказать, что мы стопроцентно и правильно и объективно оценим уровень знаний, практически нет. Потому что сказать, насколько самостоятельно работали ребята сами с интернетом, загуглились, или родители им, в принципе, помогли, это видно. Но есть еще одно важное ученическое умение. Умение работать с источниками информации и находить эту информацию. Поэтому я вот для себя поставила конкретную цель. Да, мы попали в условия дистанционного обучения, я формирую и проверяю умение работать. Заполнение таблиц, отбирать материал для составления таблицы, работать с таблицами базы данных, делать выводы, заполнять схемы, делать умение развернуто отвечать на вопросы и практически устанавливать причинно-следственные связи. Поэтому я бы не сказала, что это формализм, но сказать, что да, это идеал, и таким должно быть обучение, я тоже категорически не согласна. Потому что, поверьте, я тоже соскучилась по детским лицам, по детским вопросам, по детским эмоциям. Они, конечно, здесь не видны. И ребята соскучились, потому что они писали, я очень скучаю по вашим урокам, я скучаю по вашим замечаниям, по общению. Вот этого не хватало. Но
как элемент системы организации, да, потому что, ну, я так думаю, что карантины будут, хотя бы не по коронавирусу, но по гриппу будут. Будут ребята, которые будут болеть длительно, потому что жизнь такова, реалии жизни. И работать индивидуально, создавая возможности для всех, а это как раз возможность для тех ребят, дай бог, чтобы их было немного, которые могут, в принципе, только обучаться дистанционно. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы и овладеть вот такой технологией дистанционного обучения. Так думаю, что это обогатит опыт. Нужно работать, нужно искать другие платформы. И мне кажется, вот мы с Ириной Петровной вот эту мысль тоже обсуждали, что к нашему разговору должен, конечно, присоединиться специалист по IT-технологиям, который, потому что они не стоят на месте, они развиваются. И, конечно, специалист в этой области, он может раскрыть больше возможностей каждой программы, что нового появилось на IT-небосклоне и в интернет-пространстве. Вот это, наверное, в заключение хотел сказать. Спасибо, Марина Витальевна. Коллеги, отдохнуть после напряженного дистанционного обучения, потому что многие уже ушли в отпуска. Вот, к сожалению, отпуск у нас будет очень таким разорванным, да. И еще предстоит работа. Ну, его почти не будет, Марина Витальевна. Поэтому удачи, отдохните, дерзайте. Летнее задание, я тоже сказала своим коллегам, летнее задание по освоению IT-технологий и программы в Zoom я для себя, в принципе, приняла и буду над этим работать. Ну, всего доброго. Спасибо, Марина Витальевна, спасибо. Мы уже немножко перебрали свое время. Коллеги, я следила за чатом, видела ваше мнение по поводу вот, лабораторно-практических работ. Безусловно, дистанционка, она не дает возможности в полной мере как бы, сделать биологию практической как бы, и наглядной. Это большая проблема. Я думаю, что мы выделим еще обязательно один вебинар, чтобы обсудить именно этот аспект. Я благодарю вас всех за обмен мнениями. Буду очень рада, если вы присоединитесь к следующему этапу обсуждения. Предлагайте свою тематику, предлагайте, значит, актуальные темы для разговора. Следующий будет еще дистанционке посвящен разговор. Посмотрите, пожалуйста, какие мы предлагаем ресурсы издательства. Обратите внимание на горячую линию, она выделена. Пишите свои предложения на горячую линию, заявки на участие и заявляйте темы для обсуждения. Всего вам доброго. С окончанием вас учебного года. Ну и отдохнуть тоже после напряженной работы желаю вам активно.